Сотрудники оперативной таможни в селе Онекибель Нокатского района Ошской области задержали контрабанду сигарет на 1 600 000 сумов. Как сообщила пресс-служба ГТС, ранее по подозрению в перевозке запрещенных товаров было остановлено транспортное средство марки Mercedes-Benz Sprinter. В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар, табачная продукция, сигареты без акцизных марок в количестве 240 тысяч штук. Производство Объединенных Арабских Эмиратов. Общая стоимость товара составила 1 600 000 сумов. Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.